Спортивные тренажеры, установленные недавно по проспекту Нурсултана Назарбаева, уже сломаны, жалуются павлодарцы. При этом задаются вопросом, кто обслуживает оборудование. А еще горожан возмущает очередь на оплату комуслуги. 2015 года. На проспекте Назарбаева установлены спортивные тренажеры. Какая организация обслуживает их? Некоторые тренажеры уже сломаны. Вот такой у нас народ. А так вечерами здесь очень хорошо заниматься. Два тренажера сломаны. Второй Павлодар, третья линия, Ленинградская. Второй год постоянно моргает лампочка, как начинаются морозы. Примите, пожалуйста, меры. Надоела эта уже светомузыка. Дом 1 4, угловой подъезд. Смотрите, что творятся. Идет ремонт в 75-м квартире. Весь мешки вот так вот они выставили в подъезд. Не пройти, не проехать. У меня маленький ребенок. Еле как вышли отсюда вот. Стоял коляска. Смотрите, какой проход оставили. Вот наша коляска. Мы еле как проехали. Камзина, 98. Второй подъезд. Вот так у нас плывет подвал. Четвертый день уже. В КСК звоним, никто не хочет приходить чистить подвал. ИП Небальсин нас обслуживает. Пожалуйста, если можно, примите меры. Вот так мы плывем. Скоро уже весь дом плывет. Телеком полный людей, зал. Не могут оплатить. Работает один терминал. Пожалуйста, большая просьба разобраться с этим вопросом. Такой подъезд на Ломово 150. Была модернизация летом. Подъезд вообще не сделали. Скоро упадет все. Верхние этажи упадут на низ. КСК вообще никаких мер не принимает. Стекол нету, на улице мороз,